Друзья, всем привет. Короче, заметили мы, они уже пытаются залазить сюда. Особенно вот эти голубые фавориты. Вот они. И, но им сильно глубоко. Ну и большим уткам не сильно удобно. Я думаю, уменьшу ее. Ну, так с Катей посоветовались. И хотим здесь, ну, убрать здесь полностью территорию. Камни вот эти сейчас повывожу. Пенек этот все-таки уберу. Он не нужен. Ну и короче, чтобы было здесь счастье утятам. Так, это... А ну-ка, вода уже в принципе грязная. Сполоснуть. Сюда влезет нормально ведра 3-4 в эту бадью. И удобнее будет менять не так много. Хотя... Посмотрим сейчас, друзья, вместе с вами. Вон я вылил, они там все копошатся. Ну и внутри хочу поубирать. Сегодня, вчера индюку убрал. Ну, позагребал там все, песочка им насыпал. Дверь вот эту пока уберу. Ну, короче, посмотрим, что из этого получится. Как они будут купаться. Ну, вообще, я же говорю, из-за чего уменьшили, потому что пытались залазить. Нынче как выросли уже. Голубые. И ходят все вместе, хоть бы хны им.
Друзья, речку я им тут сделал. Ну, не речку, а с того. Почистил. Хоть я и говорил, что чистить не буду. Но я так каждый день хожу. И оно все хуже. Ну, грязней. Поэтому, думаю, раз в 3-4 месяца, в принципе, можно почистить. Ничего страшного. Но я думал, знаете как, что они тут нагадят вот такой слой. А потом трава вырастет. Но они не дадут траве даже немножечко вылезти, потому что они сразу ее склюют. Ну, траву буду кидать. Я думаю, уже чистить буду, наверное, только в следующем году. Весной. Гляньте, купаются. А я сегодня смотрю, думаю, то что они хотят туда залезть. А, ну вон что. Ну, то, конечно, я высокую сделал. То воды-то больше. И даже смотрел, и большие утки не сильно купались, потому что, видать, сложно им залазить, вылазить. Ну, залазить-то проще, а вылезти тяжело. А сейчас, видите, он достает лапами до,
до дна. Конечно, чуть-чуть, а надо было больше, на 5 сантиметров. Было бы вообще шикарно. Ну, в принципе, ничего страшного. Гляньте. Потому что эти им уже мало. Они вот залезли, все, и нету воды. Ну, эти голубой фаворит, конечно, очень мне нравятся. Посмотрим, как оно на следующий год будут. Если повыводим, если будут так расти, попробуем, что оно за птичка. Ну и тогда уже, конечно, будем понимать. Ну а так мне, конечно, очень нравится. Ну, хотя написали, что такие крякающие утки все быстро растут. Ну, вы видите, мы не даем комбикорм там какой-то специальный покупной. Вот этим маленьким давали чуть-чуть, потом перемешку. А сейчас уже даем дробленку. Ну, как обычно, друзья, мы по старой схеме. И у нас постоянно растут все. Может немножко медленнее, но зато качество совсем другое. Точно так я вот сколько разговариваю с людьми, есть некоторые бройлеров берут, говорят, и кормлю я их так. Они бегают, то обычно бройлеры сядут и сидят. А эти, говорит, бегают, как обычные куры. Понятно, он говорит, не вырастают они прям такие большие. Там по 5 килограмм есть, говорят, по 5, по 6 килограмм вырастают. Ну, он говорит, намного вкуснее. Так что такие вот дела. Ну все, я им насыплю еще песочка. Шлака немножечко. Ну, туда, наверное, как всегда. И пускай гуляют. Сейчас туда-сюда. Через несколько часов будем уже... О, утка большая, видите? Через несколько часов уже будем опять управляться. Ну, вечерняя управка. Но я думаю, насыплю им немножко. Я им часто, ну, когда здесь воду подливаю. Так что такие дела. Друзья, плуг я уже сделал. Уже испытал, я его уже зашлифовал. Ну, сейчас мне показывать негде, потому что все, у меня был кусочек, где можно было вспахать. Я вспахал по целине, правда, он не идет, потому что мотоблок все равно, хоть и тяжелый, но для плуга он не тянет его по целине. Я сегодня сделаю груза, ну, постараюсь сегодня, хочу успеть. Если успею, сейчас здесь поубирать, потому что мне еще там внутри... Хочу на колеса сделать груза. Ну, килограмм по 25, я думаю, они получатся. А ну, текайте, текайте. Текайте. Да, мне еще здесь доубирать. С ведра, он думал, с этих поилок. Ну, принял решение, ведро, сколько надо, полиэтиленом обмотаю. Внутри, чтобы оно не прилипло. И забетонирую. И получится сеткой там все. И он будет прикручиваться на колеса. Сейчас еще здесь поубираю, у кролей почищу. Потому что вот видите, сколько нагадили. Ну, очень мне нравится. А что там? Она залазит туда. Есть там? Или она не даст показать? Что ты творишь? Она яйцо раздавила. Да, съела яйцо. Что это за утка такая? Непонятная. Раздавила яйцо, видать, пустое, потому что желток. И съела. За ней тоже понаблюдаем. Здесь все нормально. И больше никто не несет яйца, друзья. Вот она несли, но никто не садится. Не пойму я. Ну, сейчас здесь подгребу, тут тоже пару тачек. Вот этот вот загончик подготовлю, ну, чтобы были, когда утята. И почищу клетку. Очень мне нравится. Зерно есть, сено подкидал. Ну, я ему люцерку даю такое, сено и траву даю свежую, вон она. Короче, они все кушают. Чистить, ну, вот я их когда 2 недели назад чистил. Вот, у них все... Все сухенько, да, начали грызть понемножку некоторые. Но, друзья, как мне писали, они то ее сгрызут, эту клетку, но не за один год.
Поэтому вообще можно не переживать, спокойно делать вот такие досточки. И тем более их спокойно потом можно заменить. Вот, пожалуйста. Клац. Они все. Можно их повытаскивать спокойно. Ну, здесь, конечно, проблематичнее будет. Вот эту, например, вот две штуки. А так, вот эту спокойно. Спокойно. Ну, короче, можно поменять без всяких проблем. Так что такие дела, друзья. Угу. Надо понаблюдать за той уткой, что она. Потому что будет как вот это, вот что вот тут сидела, два месяца сидела, а толку, она же ничего не вывела. Вот яйца, я их никак не выброшу, кстати, сейчас надо забрать. Вот видите, одно куриное у нее осталось, ну они негодные, посмотрел, они негодные. И два вот этих, утиных. Вот сейчас выброшу, вот это я за них вспомнил. Вот она за два месяца высидела, ну и ничего не вывела. Получается, то есть, ну зачем такая утка? Клац, все сюда. Это тоже я выкину, не буду. Потом, может, им на зиму какой-то щит собью. И пускай будут сидеть на щиту. Так что вот такие вот дела. Все, вчера у индюков почистил. Сегодня здесь почистил. Ну, индюков травы им кидал, а не то листики. И кажется, как будто я не чистил. Видно только из-за того, что там песок. Свежий, поэтому кажется, что... Ну, видно, что чистилось. А так они уже опять... Да и эти тоже. Сейчас через 3 дня будет все такое. Но я знаю, что здесь у них чистенько. Мы вместе с вами поубирали. Так что такие дела, друзья. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока.